Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы сказать, что люди отдалились от своего Творца, от Бога. Отдаление это произошло, когда сотворился мир и отдалила нас от Творца. Это гордость. Гордость. И человек возгордился и захотел быть как Творец, выше Бога. И если мы через гордость отпали от Бога, отпали от Всевышнего, то Иисус Христос нам показывает, что через смирение, через отдачу своей воли под руку Божию, мы можем вернуться к Богу Творцу. И Он, как нерадивых детей, примет нас снова к себе. Считают, что только смирением, только исполнением воли Божией можно вернуться к Творцу. И считают, что нам нужно жить в смирении и кротости перед Богом, принимая все беды, невзгоды во смирении и молитве. Считают, что только покаяние через смирение может вернуть Богу. Такое вот мое мнение. Спасибо за внимание. Всем благополучного дня и Божьего благословения нам. Пусть все святые своими молитвами помогут нам.